Ну, это будет зависеть от многих факторов. Будет война на Украине полноценная, полномасштабная или не будет, это первое. Значит, будут продолжаться санкции или не будут, это второе. Что касается тенденции повышения нефти, я думаю, что она будет дешеветь. А следовательно, с ней будет дешеветь и рубль. И будет укрепляться доллар, а рубль будет слабеть. Мне не хотелось бы, конечно, давать пессимистические прогнозы, но я, во-первых, не экономист, и в этом мало что понимаю. Я простой обыватель, артист, и также страдаю от этого, как и все. Вот. Но во многом в действиях нашей власти усматриваю довольно огромное, большое количество глупых шагов, которые даже там, где можно, усугубляют ситуацию. Ну вот попали мы в эту... Сейчас не буду вдаваться в подробности, почему мы попали в эту ловушку с экономикой и так далее и тому подобное. Ну попали, ладно. Так, ребята, раскрепостите бизнес. Уберите контролирующие функции силовиков, развяжите руки бизнесу, и бизнес сам себя вытащит. Но у нас же вместо того, чтобы убрать контролирующие всякие фокусы, их надо делать еще больше. И в результате там, где бизнес мог бы себя вытащить, он тонет. А кроме бизнеса некому. Военные не пойдут на рынок торговать и не будут выращивать овощи, не будут выращивать мясо и не будут нас кормить. Поэтому мозги надо включить, вот. И, кроме всего прочего, меньше воровать. Потому что, как это у Салтыкова-Щедрина, да, если меня разбудят через 100 лет и спросят, что происходит в России, я скажу: пьют и воруют. Вот воруют. Ну, просто кошмарными масштабами, кошмарными. Ни одна экономика мира выдержать это не способна. И поэтому надеяться на то, что реформы, да, действительно, может быть, там наши умные мужи, экономический блок, там пытаются что-то сделать, но это все натыкается на совершенно фантастическую коррупцию, которая снизводит к нулю любые усилия. И это вторая проблема. Сначала раскрепостить, сделать свободный бизнес, потом защитить вообще бизнес, да, от всяких идиотских проверок. Потом, конечно же, бороться с коррупцией. Но я не знаю, как они сами с собой будут бороться. Вот это вот несколько как-то... Понятно.